Армистак, Хатали Достак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня 22 июня до обеда я заходил в следственный изолятор города Астаны, где встречался со своим подзащитным, известным правозащитником Сыздыковым Айдаром, который уже более месяца находится в следственном изоляторе по подозрению совершения преступления. Но, как считает сам Сыздыков Айдар, он преследуется властями за свою правозащитную деятельность. И хочу сказать, что с 18 июня он находится на голодовке в следственном изоляторе. Причиной голодовки является то, что его супругу, следователь Кандашбеков с департамента полиции города Астаны, не допускает в качестве общественного защитника. Вот. И он намерен продолжать голодовку до того момента, пока его супругу не сделает общественным защитником, не признает общественным защитником. За время голодовки он поступил в следственный изолятор. Его вес составлял 76,5 килограмм. Давление было у него 120 на 70. В настоящее время, вчера ему замеряли давление, у него давление упало на 90 на 60. Вес 70 килограмм. 200 грамм, то есть он потерял 6 килограмм веса, и давление у него упало, соответственно. Всем передает привет, надеется, что вы его поддержите в его нелегком труде. Благодарю за внимание.